Друзья, всем привет! Сегодня буду садить на рассаду лук. Опыта выращивания лука у меня мало. Я дважды выращивала лук-порей. Один раз удачно, а второй раз не очень. А репчатый лук я не выращивала ни разу. И вот я подготовила семена лука Щитана МС, Сибиряк и Эксибишн. Еще у меня есть с одной луковицы собранные свои семена лука-шалот. Подготовила я 3 емкости, 2 небольших и контейнер из-под торта. Сделала бороздки и пролила их водой. Я планирую их не рассаживать, высадить без рассаживания. Также и в этих контейнерах. Сейчас буду раскладывать семена. Высыпала из пачки семена лука Exhibition. Это семена из одной пачки, обработанные. У меня их 2. Посмотрим, сколько уйдет на контейнер. Начинаю раскладывать примерно на расстоянии 1,5 сантиметра. Кошек. Улетела. Подберу сейчас. Итак, раскладываю все семена. Семена разложила. На такой контейнер у меня ушла неполная пачка семян. Вот еще остались семена. И я сейчас буду их засыпать этим же грунтом. Вот так присыпать буду. Вот так. Таким образом все просыплю землей. Засыплю. Еще сверху немножко земли подсыплю, чтобы у меня шапочки потом с лука слетели. У меня земля закончилась, я достала с балкона, но она еще замерзшая, поэтому остатками приходится. Вот остальные я семена досажу в следующий лука Exhibition досажу в следующий раз, а сейчас приступлю к другому и пролью. Лук посеяла, сделала маячок. Такой Exhibition. Да, воткну сбоку. И пролью из пульверизатора. Лук закрою и уберу пока на окно. Так, крышкой такой же, как и в поддоне. Прихлапывать не буду, чтобы открывать было легко. Exhibition посеяли первую партию. Приступаем к луку Сибиряк. Вот я немножко высыпала семян, это не все, там их много. И таким же образом рассаживаем. Буду рассаживать вот в эту емкость, уйдет тут мало. Семена черные, необработанные. Будет их плохо видно при раскладывании. Семена разложила, ушло мало. Их вообще не видно. Вот сейчас вижу, что 2 ряда упало у меня. Как получилось. Ничего страшного, если будет густо, прорвем, потому что неизвестно, как зайдут. Сейчас присыпаю также землей. И сверху еще насыплю земли и полью. Лук пролила. Ставлю маячок с названием лука
сибиряк. Наоборот. Так, сибиряк. И потом уберу под пленку. Сейчас приступаю к луку. Сметана, семена рассыпаны по пакету без дополнительного пакетика. Семена распределила, маячок поставила. Сейчас буду присыпать также и поливать. Укрыла пакетами и убрала на окно. Тут им будет тепло. Внизу батарея. А всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Благодарю за просмотр. У нас идет снежок.